Существует два вида вот этого цикламена. Это масло цикламена. Оно не имеет такого ярко выраженного эффекта, как сам сок цикламена. Потому что масло – это все-таки масло. Оно с маслом разбавленное. Скажем так, может быть, для детей пригодится. Не сильно оно щипит. А вот сок цикламена – это такая ядреная вещь. Он тоже продается в таких тюбичках. Ссылку на это оставлю в описании. То есть у него будет дозатор. Вот такая штучечка. Что я делала? Как я спасалась, когда у меня не было каштанов?